Итак, четвертая часть прохождения игры Ван Хелсинг и на 100%. Ребят, есть в игре здесь один баг, о котором вам обязательно нужно знать. Ну да, и не один, но вот один критический баг, он в кооперативе есть. Если вы играете вместе с напарником, то сервером или хостом должен быть кто-то один всегда. Потому что вот сейчас был сервером Ракушей, теперь я создал игру, и у нас задания откатились. То есть задания идут по тому, кто создает игру. Так что я ее всегда буду создавать, но у нас дублируется задание, хотя уровень персонажа сохраняется. Это даже с одной стороны хорошо, дополнительная прокачка. Мы в цыганский табор. Они уже открыты. Да все открыто. Интересно, вот монстры появятся? Вероятно. Да, я вообще посмотрю, какие сейчас квесты выполнены, чтобы точно понимать, что зачтено, что нет. Так, выполненные поиски деревни. У меня даже не выполнен этот стонущий призрак, представь. Пойдем, если его сейчас нельзя будет привести, это, конечно, будет очень обидно. Нет, вот он стоит, все нормально. Сейчас еще все одна. Поделаем. Ты слабыми? Да. Хочешь, я покажу тебе? Заставь его. Ты где? Идем туда, потом этого купца надо будет отвезти, его тоже у меня нету. Да, ну вот будете знать об этом, если вы еще не играли в Ван Хелсинг и хотите поиграть с друзьями. Ну что, покажем ему, где он погиб? У тебя навязчивая идея. В красном поле не стой. Я? Да. Да. Меня заменили. Делаем. Не могу, это ярость. Уходим. Красная, красная. Так вот, как рождаются духи мщения. Катарина, уровень опула. В результате встречи с бестактным духом. А я виню в этом тебя. Да, наконец-то. Хорошо. Я тоже себя виню. Так, все, я побежал за этим, за купцом. Ну, нормально опыта получили. С этими багами просто из всего извлекаем пользу. Да. Ух, тут волки появились. Волки, волки. У тебя идет заставка сейчас? Да. Кто-то... Боюсь, я не... Ну что же... Да, это вас. За мной. Давай, пока переоденусь. Давай, давай. У меня есть шляпа. Редкий головной убор. Да не, ну я оделся во все шестое, и так получше стало. Броньку бы хорошую найти, а то на передовой всегда. Нажмешь потом J, когда закончишь. Зачем? Ну, чтобы... Ух ты. Так, куда ты продаешь? Так, куда ты отдаешь? Одень. Вот. Я плащ хороший нашел. Я тебе говорю, смотри, нажми J и перейди там выполненные задания. Сколько у тебя там выполненных? 3. Поиски деревни, охрана купца, живой призрак. Да. Ну все, да, я, получается, все подтянул. Поверьте, доспех 24 есть. Я знаю вашу любимую песню. Слушай, 13, у меня 21. Сколько он... Ну ладно. Ну это такое. Да, пошли на этого, на босса. Его сделаем быстро. 39 есть доспех. Так тяжелый, круто. Кожаный доспех. У тебя денег на него хватит?
Да. Ну так купи сейчас мне его, если можешь. Другой сюдака. Ну ТПшность сюдака, ты лучше. Тут нет, замес идет. Сюда. А кто будет лесовиков гонять, ветеринаров? Сами себя погоняют. Они меня погоняют сейчас, подожди, слева. Тут ветеринары, правда. Глянь, как Катарина хорошо настреливает, с ума сойти. Да она вообще бабагонь. Невозможно. Сюдака. Ну, давайте. Но он, кстати, не намного дороже моего. Да, если честно, у меня просто желтый. Защита побольше. Защита побольше, да. И это будет ключевое. Я его одену, конечно же, потому что. А этот попробую отдать. Неподъемный. Катеринке. Порядок. Не-не-не, вот так. Сейчас, подожди. Колечко на память. Идем на босса. Ты помнишь, где он? За вот этими, вот здесь вот. А не здесь? Вот да. Здесь, по-моему. Нет, здесь. Совсем уверен? Да. Давай подзову по одному. Там что по одному. Не хватает. По тысяче. Да. Они ветеринары здесь. У тебя хилки есть? Есть. Поделишься. Скоро. Все ветеринары. Невозможно. Нужна ярость. По-моему, мы не туда идем. Мне здесь карта даже еще не открыта. Так куда туда? Он сундуки не открыты. Вот сейчас эти ребята будут. Вон он, да? Да. Ну давай жарить, ты можешь. Ну, о, маны не хватает, ничего себе. Обалдели там вообще. Почему он слабее, чем ветеринары обычные? Нормально с него голды насыпалось. Ну да. А ну стоим. Смотри, волчья лапа тебе, забирай, одевай. Так, манна, нет, нет. Нет, масочка, ничего так. Лапу можешь одеть? Могу. На голеники вот такие нужны? Да, ничего так. Пошли в цыганский лагерь. Но сперва вот тут с духом поговорим. Безымянный призрак, иди сюда. Это квестик, ребят. Один из многих. А. Ты украл мое имя. Осторожно, эта тварь сильна. Я не крал твое имя. Я не крал твое имя. Ты не крал! А кто крал? Нет, но Катарина знает твое имя. Да, нужно отвечать правильно все разы, чтобы он не агрился. Тогда мы в конце получим щедрую награду. Нет, но Катарина знает твое имя, да? Что? Я хочу сказать... Да, я знаю твое имя и верну его тебе. Ты огонь души. Создание света. Это имя мне нравится. Да. Незнакомо написано. Это мое имя. Спасибо тебе. Ошибка в тексте, надо отослать ребятам. Ну, просто да, на заборе тоже написано. Требует опознания. Колечко на память. Оп-оп-оп-оп-оп. За 660. Опознание. Ух, Нарию дал, парень. Да ну такое что-то. Вообще ни о чем. Привет, а за 660 привязано к учетной записи. 5 дополнительного урона от огня, мне очень это надо. Я ж огнем шкварю. И ты тоже, как-то ни о чем. Давай тебе второе дам. Не, мне оно не надо. Оно привязано к учетной записи. Ну, я тебе отдам. Идем к выезду, давай.
Ракушей, у тебя отличное колечко. Но ты пошел, спать. Ух ты! Весьма любит. Чё ты не поговорил с Харки? А, ну да, это ж мы уже делали. Вот сбросить Харки можно, у меня сейчас тут сколько-то золота есть. Или можно посмотреть на золото и... Я сбросил все телосложение. И все влил в силу воли. Вот это мне очень нравится. Все, побежали в деревню. Тут телепортиком. В деревню. Нам все-таки надо в колодец спуститься. Ну, хоть прокачались, парень, еще хороших вещей нашли. Так что хорошо, что этот как был баг. Как я понимаю, случилась наука. Что значит? Знаете? Тебе дают еще раз опыт или нет? В деревне есть. И чем я могу? Если бы вы рискнули жизнью, спустились в колодец. Я так и знал. Ах, мой так, друг. Можно еще что-то мешок вставить? Вас... Нет, еще нельзя. Нет. Потерпите ну немного. Ну что, спустимся в Темряму? Там сложно будет. Да ладно, пойдем. Нормально. Сольемся. Я сейчас сольюсь, мы на харде играем, без сливов играем. Что ж такое? Першинг? Да. Супер? Мега. Колопупер. Ну... Ты не пошел сам? Куда? Я вот бутылочек пойдем. Пошел купил. Черную рассели, но иду. Чернота — это темная материя создания и фантазии. Текущая под кожей мира. Вот так вот и я сюда ворвался. А на меня толпа напала. Ух. Какая. Просто в астрале. Не понять, здесь сложно будет. Тут будет какой-то кролик. Или это еще не то место. Тут можно упасть, случайно сорваться? Ну, потихонечку, по чуть-чуть. Тут русалочки. Вот эти вот русалочки, они вообще... Они будут уничтожать. Не могу это сделать. Ой, они синенькие, парень. Вот синенькие русалочки, это... Не хватает ярости. Я не люблю. Люблю белых русалочек. Да отстаньте вы от меня, чё вы... Не хватает ярости. Что мне сделать? Ничего мне не сделайте. Одна готова, все готовы вроде. Тут пофармить так-то неплохо. Ну да. А сюда ж, по-моему, только один раз можно зайти. По-моему, нет. Я не помню, есть тут какая-то ачивка или нет. Кролика не здесь, это дальше. Не спешим. Не хватает ярости. Даже не ветераны, а так жарят. И с учетом того, что я броньку хорошую ты мне купил, все деньги потратил, наверное. Ты купил? Ты купил мне броньку, за сколько ты ее купил? Все потратил? 6 косарей. Труба. У меня всего, наверное, столько было. Ну я, да, на 2500 откатывал навыки. Я из сундука продал вещицу дорогую. Ты там не все продавай, нам пригодятся, мы будем одевать их. Я не вижу смысла не пренебрегать и просто ходить качаться с утками, чтобы получить тот же результат. Тем более, что ты так с этими утками хочешь качаться. Добыты легитимным путем, повторюсь. Так, деревянный ящик подозрительный возле столба. Музыка тревожная. Тут сейчас будет, по-моему, эти... как они? Русалки. Ой, уходим. Давай, бежим. Пусть... Невозможно. Когда ты так замолкаешь, меня напрягает. Ты живой? Да. Ой, а чё они все за мной побежали? Они все за тобой побежали. Прислужники. Я кого-то пытаюсь по одному. Бегай пока, просто не бегай, хватает крутись. Не хватает ярости. Я их сейчас понагреваю, парень. Вот, часть на меня переключилась, это хорошо. Не могу это сделать. Ярость. Часть надо, это не все же, ребята. Ой, там босс с ними. Не могу это сделать. Ну, правильно, пали. Ай, нет, убегаю. Ух. Жесть. Нормально, Катарина настолько накидала. Умничка. Надо, знаешь, что сделать? Мышку бесшумную купить. Я, наоборот, пошумнее хочу купить.
еще и клауна такую, которая стучит. Стоим, аметистовый кулон. Могу отдать тебе. У меня надо. Есть. О, у меня есть лапа получше. Аметистовый кулон. Да. Надо. А, шутки, не надо. Аметистовый кулон. Арочка. Так, нам в черноте далеко еще двигаться. Дай мне бутылочек здоровья. У меня есть шляпа. Первопроходимца? Да. Да, круто одел. Дай мне здоровье. Дай монетёру. Сколько тебе, 10? Давай, если можешь. Потому что тут жарко. У меня 6 осталось. Ну, ты все равно меньше их юзаешь, чем я. О, целебное зелье, давайте. Потихонечку. Давай сюда. Никого. Тупичок. Вон там ребята. Да я вижу, да. Ну, они обычные. Это хорошо, когда обычные. Стой, 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 нормально, нормально, ребят, стой. Это обычные гарпии. Так, мы почти у цели. Ну, еще чуть меньше половины. Сейчас все рванули. Смотри, они с аурой аккуратно притянули. Вот это я очень не люблю. Убегаю. Русалочки все там есть. Не хватает ярости. Беги назад сейчас на меня. Не хватает ярости. Ой, там есть гарпия соблазнительница желтая. Ой. Нужна живи. Ярость. Да не бейся, убегай. Не могу это сделать. Сражаюсь. Не могу это сделать. Надо будет позаботиться о том, чтобы как только немножко нафармим денег, дать скиллок Катарине. Иди сюда, беги ко мне. Нужна ярость. Мне левел дали. Ты что, желтый убил? Да. С ума сойти. Крепучий. Как тебе вообще персонаж? Да крутой. Мне нравится. Ну вот видишь. Лучше, чем огнеметчик. Пока нет. Ну, там еще есть. Ну да, ну это обычные, это не ветеринары. Надо апнуться. Ну, кстати, я не качаю телосложение, но что-то меня нормально не дробят. Сейчас я еще силу воли. Сейчас, парень. Сейчас мне еще до одного его надо будет прокачать, я смогу взять пылающую ауру, и у меня этот круг вокруг меня будет больше. Огненный, который я дамажу. Карту ты быстрее меня качаешься. Карту здесь вращать нельзя, да? Mm-mm. Внизу сундучок. Таинственный камень. О, а сверху ящичек. Что там было, что-то в нем? Да. Женщины соберут. Ну я послал побираться, а то уже на мивину даже нет. Че сундучок оставил? Так, назад. Там русалочка есть, синяя не нет. Не хватает ярости. Синие русалочки. Крутись, крутись, стекло не попади. Я сейчас чихнуть еще хочу. Невозможно. Нужна ярость.
Не-не-не-не, пацаны. Куда ж вы так накинулись-то? Нужна ярость. Нужно вылечиться. Что-то набрал. Не хватает места. Пусть несет невеста. О, парень, на, тут у меня на чероплёта есть. Может полезным быть. Музыка совсем тревога. Да? Да. Что там, ребята, в инвентарь что-то у тебя ложат? Да и. Забавно. NPC на фоне. Угу. Можем двигаться аккуратненько. Остатки злокнефта тут сундучочек. Ребята так сделали ачивочку на 500 тысяч монстров, это сумасшествие. Ну да. Так, последнее. Аккуратно, тут сейчас не самое хватает сложное. Ярости. Вероятно, по логике. Невозможно. Идем, пока у меня она тройная, эта женщина. Да, да, ребята бегут. Бегут. Не могу это сделать. А, он говорит. Да, там босс. Ой, нет, 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 я убегаю, парень, там босс очень больно бьется. А, это эти, которые... Да, воин ум. Правда, очень больно бьются. Нужны целебные зелья. Нужна ярость. Избили Катарину. Давай, жари, отходим. Они дамагеры, броня у них не очень, но дамагеры. Нужна ярость. Не могу это сделать. Ну, отлично. Еще будут. Вот хорошо, что здесь не как в Викторе в Ране. В Викторе в Ране, если отбегаешь далеко от монстров, они возвращаются на место и хилятся до конца, представь. Угу. Не выходи. Не выходи. Давай еще раз оббежим, посмотрим каждый уголок. Ничего подозрительного не находили. Ключевых предметов. У меня два таинственных камня в ключевых предметах. Можно в короля вставить. Представь. У тебя есть? Хорошо. Конечно. Откуда они? Серьезно, я не помню, что мы их брали. Я не помню. Ну, мне очень нравится. Хотя, наверное, что-то один, который мы вставляли, не засчитается, потому что все откатилось из-за вот этой вот несинхронизации. Так, надо запомнить, что игру создаю я к тебе не коннекчусь. Иначе все откатится опять. Хороший колодец у ребят просто. Глубокий, я бы сказал. Да? Угу. Ну все, я бегу туда, ты там еще посмотри. И ты пешнешься. И тут нельзя. Нельзя. У тебя плащ вообще красивый сейчас. Да. Ручки светятся. Это сопли. Ножки пахнут. Как ты быстрее бежишь? У меня ж в руках ничего нет. Выходим. В морковнию. По-моему, сюда больше нельзя будет прийти. Можно. Давай сдадим. Чудесно, спасибо! Я могу снова заниматься наукой! Был рад помочь. Видишь, можно еще пойти.
Куда-куда? Обратно. Ну, отлично. Пошли, камни вставим. Выполненных заданий у тебя сейчас сколько? У меня 5. Вероятно. Посмотри. Мы приближаемся. Вот только к чему. Чё ты вонючим чихаешь? Я думаю, нам нужны все три штуки. Руки. Теперь таких королей больше. Я думаю, нам нужны все три штуки. Я думаю, нам нужны все три штуки, которые... И тут я приставил ему нож к горлу. Пойдем распродадимся. Честно. Что? Вообще, я рад, что оно так запоролось. Мы еще нормально качнулись. Золото подфармили. Надо посмотреть сейчас из сундука, что я уже могу одеть. Сейчас все продам. У меня сейчас тоже 7000, я тоже могу тебе броньку купить. Там? Рыба мутировавшая. Редкое кольцо есть. Разное. Так, меч какой-то тут надо продать его вообще, что он тут делает. Не, пока ничего не могу. Есть сетовые вещи из Баскервилей, комплект. Круто. Этого, это круто. Ну вот с 9 уже можно будет одеть плащик неплохой. Если плащ красивый одел. Покажешь. И с 8 уровня у меня есть эпический двуручный меч. Вот его я и одену. Ну, приближаемся к чему-то хорошему. Покажись. Я коровку слушаю. Где ты? Тут. Красивый. Так, у меня есть меч. Ну, пока ничего все равно не буду покупать. Деньги надо очень беречь, ребят. Расширяющаяся сущность, эпическая сущность. Смотри, что дает. Увеличивает емкость сущности на 20 единиц. Угу. Это прикольно, можно ее в принципе купить. Но она дорогая. Но она редкая. Она редкая, да. Но мне на нее немножко не хватает. Она стоит 7950. Хотя, если я ее куплю, я вообще без денег останусь. Ладно, пока не буду. На этом завершим, друзья, эту часть. Было интересно сходить в Черную Расселину. Я думаю, вам тоже было интересно это посмотреть. Поэтому пишите все ваши интересные мысли, которые мы всегда читаем. Нам тоже и это интересно. Всем пока.